этот ролик, наверное, можно назвать повесть о битве за фильм. Итак, в июле 2016 года я выиграла финансирование документального фильма. То есть я должна была быть режиссером этого фильма. И, в общем, нашелся грантодатель, который полностью это оплачивал. Гонорары всех-всех людей, которые должны были работать над этим фильмом. Я собрала такую замечательную команду людей с такими громкими именами. И в тот момент, когда в августе мы вносили какие-то корректировки в проект, немножко поправили бюджет, немножко там поуточняли, там, ну, такие, знаете, мелочи, как гонорар бухгалтера фильма и так далее. Ну, в общем, такие, знаете, детальки. И в этот момент, 5 августа, у меня заканчивается карта по быту. А в июне я подалась уже на следующую. И срок принятия решения стоял 6 сентября. И так получилось, что грантодатель не мог со мной подписать умову. Поскольку моя карта по быту закончилась, и право работать в Польше я не имею сейчас. То есть эта печать, она не дает такого права. И не было никакой возможности, там, скажем, переписать этот грант на... Формально переписать его на одного из партнеров. У меня было два партнера очень известной организации в Польше здесь. Ну и такая, знаете, запутанная ситуация, как будто бы вот грант я выиграла. Умову они со мной подписать не могут, ни со мной, ни с моей фирмой. Над этим сидели несколько юристов, над этим сидели консультанты международных организаций. И, в общем, такая запутанная ситуация оказалась, что как бы грантодатель реально по ночам, там люди из этой организации сидели дома и думали, как спасти этот проект. Но в итоге там придумали, сегодня 3 октября, децизию мне там перенесли на 17 октября. В общем, и получается, сегодня была такая последняя битва. Но окончательный ответ даду через неделю. И очередной вопрос, который мне задали, это есть ли у тебя карта по быту? Пожелайте мне просто удачи, я очень надеюсь, что все-таки мне удастся отвоевать этот фильм, потому что очень хочется реализовать, и мне как студентке направления режиссура, мне бы, конечно, это очень-очень было бы здорово реализовать такой вот серьезный проект, но пока такой возможности как бы нет. В следующем видео я вам расскажу о том, как я умудрилась поступить в Академию кино и телевидения в Варшаве на специальность режиссура. И также расскажу вам вообще о наших приключениях с очередной картой по быту. Если вам интересно, ставьте лайк, пишите сразу свои вопросы. До скорых встреч!